Привет всем. Ну что, сегодня прилетело вот обновление, которое у нас под номером 274. Соответственно, у нас здесь что? А, собственно говоря, ничего, просто патч безопасности от Гугла. И, судя по тому, по многим, как это сказать, кричащим комментариям, да, по многому нытью на форумах и всему остальному, люди жаждут уже получить MUI 10. И вот это обновление, оно, короче, последнее перед тем, как начнет распространяться MUI 10 на Honor 8X. Что хочется отметить, наверное, так это то, что, ребят, не спешите, реально, куда вы рветесь? Просто всему надо дождаться свое время. Как говорится, хорошо сказал. Всему надо дождаться свое время. Всему, как говорится, свое время, поэтому вот эта обновка прилетит в 7, я тоже ждал, она начала распространяться на неделю, может, полторы назад, и вот только сейчас она прилетела ко мне. Просто надо ждать, и все придет, рано или поздно, поэтому мы нажимаем «загрузить» и... Да загрузите, да ни хрена не отменить, загружать. И тут, короче, написано, что типа в Пиаретере патч безопасности за январь и все остальное. Многие сидят на приложении Firmware Finder, соответственно, ищут прошивки. И там такое дело, то что там появляются много разных прошивок, соответственно, и все такое. И они, короче, начинают типа пытаться скачать и все остальное. Я так скажу, я попробовал скачать MUI 10, которая была доступна к установке. Но через ломаный HISUIT мне ее установить, естественно, не удалось, потому что он ее просто не находит. Поэтому тут способ, скорее всего, уже давно другой. И что могу отметить? Не надо корячить сюда левые прошивки, кстати, да, какая была. Не надо корячить сюда левые прошивки и все такое. Вот кто-то сейчас может там в отражении что-то интересное увидеть. Оп, все, больше не увидит. Не надо сюда пытаться корячить всякие прошивки через ломанный HISUIT и так далее и тому подобное. Пользуйтесь лучше официальной версией. Хотя я пользовался, но надо пользоваться с умом, иначе вы можете просто навернуть себе свой смартфон, а потом сидеть на форумах ныть, помогите установить, укажите, как тут что делать и так далее. Не надо. Просто ждите, и все будет. Также в паблике можете писать свои комментарии по поводу того, кому впервые будет прилетать прошивка. Будет интересно посмотреть ее вес и все остальное. Плюс список, changelog, как говорится. Так что ждем, ждем. Скоро и к нам придет MUI 10. Кстати, я не знаю, многие действительно ждут MUI 10 ради чего-то интересного. Я ее жду ради того, чтобы просто была нативная черная тема, чтобы не приходилось каждое приложение вручную переключать на темный режим. И, соответственно, немножко жду изменения интерфейса, потому что это вот уже приелся, и все тут как-то выглядит немножко топорно. Все. Больше я там реально ничего не ожидаю. Никакой стабилизации камеры, ничего там не будет. Поэтому не надо думать, что Huawei, как бы Honor, прошивкой улучшит этот смартфон. Нет, скорее ухудшит. Но это мы опять же посмотрим. Подписывайтесь на канал. Остальные социальные сети, как обычно, в описании. Все ссылки есть. Так что до новых встреч. Совсем скоро увидимся. Пока.